Цинния майоры пионообразные. Чудесный однолетник Цинния майоры пионообразные является одним из любимейших цветов у садовников. На многих огородах и клумбах растут эти замечательные цветы, украшая их своим буйным цветением. Цветок является однолетником, размножается семенами, а его цветение длится до глубокой осени. Семена можно высевать в парниках и в открытый грунт, когда его температура достигает плюс 15 градусов. Семена дают всходы через 7 дней, а цветение начинается через 2-2,5 месяца. Особенность цветения майоров пионообразных заключается в том, что при удалении отцветших соцветий новые цветут более ярко и буйно. Цинния нуждается в умеренном поливе, но излишний полив ей вреден, поэтому необходимо за этим тщательно следить. Если в грунт не вносить удобрения, то цветки будут мелкими, а растение будет расти медленно. Осенью собирают семена цинии для посева на следующий год. Правильное хранение семян цветов цинии является важным моментом в ее выращивании. Семена хранят в сухой стеклянной таре в прохладном помещении.